погруженные в ежедневную суету, в кажущиеся нескончаемыми заботы, далекие от православия, мы и представить себе не можем, сколь глубоко оно вошло в нашу плоть и кровь. Да разве может быть иначе? Ведь мы, русские, так сказать, продукт православного христианства. Готовы мы признать это или нет? И подтверждение этому наш сегодняшний рассказ. Рассказ об удивительнейшем художнике. Художники, несомненно, отмеченным печатью гениальности. Художники, никогда не писавшим на религиозные сюжеты. Но все, что он делал, могло родиться только здесь, на этой земле, в душе истинно русского человека, впитавшим в себя в таинственным образом православие. Thank you.